Заволжским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней женщины, обвиняемой в убийстве своей малолетней дочери и применении легкого вреда здоровью мужчины. Год назад, 10 ноября, патрульная служба выезжала на место преступления. Следствием установлено, что утром 10 ноября 31-летняя обвиняемая у себя в спальне задушила 4-месячную дочь, а потом пыталась покончить с собой, разрезав руки и нанеся удар ножом себе в шею. Разрезав себе предплечье, женщина позвонила подруге и написала СМС сожителю. Подруге сказала: «Я убила дочь и собираюсь убить себя». Именно подруга вызвала скорую помощь. Медики успели спасти женщину и экстренно доставили ее в реанимацию. В день трагедии следователям с участием сотрудников отдела криминалистики, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области и регионального УМВД России проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты детские вещи и медицинская карта малолетней, а также предметы, которые принадлежали обвиняемой. Допрошены свидетели. По уголовному делу назначен и проведен ряд судебных экспертиз, в частности, медицинские, дактилоскопическая, молекулярно-генетические, медико-криминалистическая. Помимо этого, была проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении обвиняемой. В этой 3-комнатной квартире, где прописана обвиняемая, проживают ее родственники. Тем утром они спали и ничего не слышали. Но ничего не предвещало, да? Нет, вот я с девочкой сидела, играла. Вот она только на руках ее вот таскала. Она как положит ее, так она плачет. Я возьму игрушечку, ее маленько побрякаю. Она вот... А что могло быть причиной, непонятно? Непонятно. Все, она же ее купала. Я-то ушла, это вот мне сын сказал. Она, говорит, ее искупала, покормила. Вот все что-то. А с сожителем как, нормальные отношения у нее были? А кто знает. Она и приехала из-за этого, что они там поссорились. Женщина приехала в эту квартиру после ссоры с сожителем, отцом ребенка. Он проживает в Калининском районе. Как она вот забеременела, 8 месяцев она там жила у него. У сожителя? Да. Сюда она ходила только когда... Она же прописана здесь, и... Она это в женскую консультацию ходила, вот наблюдалась, сюда приходила. Ну, бывает, что-то свои вещички какие-то. А сегодня они здесь ночевали? Да, с девочкой она ночевала. Утром убийства обвиняемая отправила сожителю 2 смски. «Мне нужна была твоя помощь, ее не было. Приезжай и забирай труп дочери». 2-я смска. «И мне скоро конец». Следствием установлено, что накануне убийства 4 ноября обвиняемая на территории Калининского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вдруг прониклась неприязнью к своему сожителю и ударила о его голову 3-литровой стеклянной банкой. Банка разбилась, ее осколки оставили на потерпевшем раны. Следствием собрана достаточно доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.